Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя гофилась? Она в гримерку. Это как? Второй этаж. А... Ну, если я не ошибаюсь, то это вообще кабинет директора. Поднимитесь. А, прямо, да? Да. А, спасибо. Директор, слышал? Директор идет в кабинет директора. Я тебе говорила, что не надо по-другому. Смотри, какие, да, здесь? Ну, это же усадьба. Видишь, что здесь творится? Какие бесчинства. Мне корона задела. Смотри, мой хороший. Какие-то бесчинства здесь. Представляешь, происходили? Куда пошло? Ой, Коля. Как дела? Ничего, нормально. Ой. Как ты? Так, бодро. Привет. Туда нам? Хотите, да. Ага. А там что? Привет. Привет. У вас есть прокатчики? Здрасте. Хорошо. Смотри, вот. Вот наш коллектив. Я проработал здесь 30 лет. Пидорера! Моя кузина! Здравствуй, мой дядя! Здорово, братан! Не снимай меня с вами! Смотри, что не видно тебя, вот только там! Своими жуткими планами! Привет, мы хороши, мама! Ребята очень переживают за меня. Вы все переживаете? Ты моя пуся. Ну, конечно. Давай, по длине, по целой длине, конечно. Ага. Так, вот. Там. Нет, Коля, ты здесь останешься? Нет. Я оставил. Ага. Вот иду. Держи. И вот надень так, как на мне надень. Ален, а там цвет, есть, да, место, где это? Сказали, что сейчас белый цвет мне идет. За сценой вот есть что-то какая-то? Делать, если меня девочки? Сейчас вот пойдет серый. Поехали. Что-то какое? Они уже пошли. Так, осторожно. Я иду тоже. Егор! Уже все на сцене. Кто это был? Красиво. Ой, как хорошо. Какой бодрячок. На потом, улице... детка, потом, я обещаю. 9 градусов на улице, на минуточку. Слушай, ну учитывая то, что мы в горах пели минус 16 в Грузии. Блин, ребят, моя волшебная обувь. Это красиво. Боже, я знала бы. Очень жалею. Что ж, на обратный путь это взять что-то? Я схожу во время концерта, возьму. Ага. Больше нету, да, такого покрытия нигде? И там есть. Еще чуть-чуть. Блин, серьезно. Подожди. Андрюх, у тебя есть обувь другая? Умоляю. Давай. Подай мне тот переодену, потому что эти стоят, как Крымский мост. Усадьба не осилит. Стаканчик. Купить мне стоит как это, как гонорар за концерт, умоляю. Ну, меньше чуть. Мой гонорар. Да, так лучше. Концерт на 30 минут. Как мой гонорар. Туфли стоят как гонорар. Как Крымский мост. Да, конечно, не знаю. Идите впереди, вы просто не знаю, куда идти. Так, налево. А, сейчас. Идите что-нибудь вперед, ладно? Да как надо меня любить, чтобы ты тоже в таком холоде сидел. Ну что, переоденемся? Давай переоденемся. Смотри, как нужно меня любить, чтобы сидеть в такой холод, ребят, посмотрите. Не-не-не.
бесконечно рада вас видеть. Очень рада. Спасибо вам большое. Это как надо нашу группу любить, чтобы такой холод терпеть. Спасибо вам. Браво! Замерзли ресницы. Это надо поаплодировать. Надо, конечно. Вчера Антоша, когда выяснили, что сегодня будет очень холодно, вчера Антоша придумал роскошную схему. Он говорит: Тош, надо сшить платье, которое на основе норочных хвостиков. Просто такой меховой, как бы меховая висюлька, такой вариант. С другой стороны, понимаете, какая история? Вы, мои подписчики, наверняка здесь они есть, подняли руку. Молодцы. Вы сказали, что мне идет белый цвет. Так вот. Это платье я крайне редко выгуливаю. Потому что он заряжен каким-то определенным образом, был сшит специально для юбилея Игоря Яковлевича Крутого. И как-то, ну, берегу. Умоляю, пуфики, потихонечку тоже перемещайтесь к нам. Хотя они так уютно там сидят, как будто у них камин там. Дорогие алкоголики, я вас вижу. Tell me when we, you be mine. Любите эту песню? Tell me. Признайтесь, кто узнал эту песню через рекламу Dolce & Gabbana? Tell me quando, quando, quando we can share a love to all. Please don't make me mad again.
Умоляю, это платье. Классно. Скажите, что это чистое, умоляю. Умоляю. Опять кто-то попадает на деньги. Вы знаете про заказы в нашей группе? Это же запрещенная тема у нас. У нас в райдере всего 8 пунктов. Один из них заказы не принимаем. Несколько раз пожалели об этом, но все равно не принимаем. В Бармиха Лакшери Виллаж, Лухари Виллаж. Бармиха Лухари Виллаж, нам, например, за лезгинку платили 100 тысяч евро. Я ушла в агонии со сцены, но не согласилась, потому что я поняла, что... Фонд дороже денег. Тут один раз не получится. Ты всю жизнь будешь петь то, что они хотят. Свобода дороже стоит. Слушай, давайте из диска споем композицию. Давайте. Привет. Оденьтесь, отдыхаешь. Себя, девочки, лайфхак для молодых. Здравствуйте, девушка, да. Если они есть. Для начинающих, если они есть. Мадамочка. Что женщины в наше время огрубели. Нет, ну мы огрубели, то есть давай признаем, что как бы, ну, мы стали такими прям режиссеры, дельцы, трам-пам-пам-пам-пам. Но в каждой религиозной практике все начинается с мужчины. И если мы огрубели, это точно не наша вина. Поэтому примите, пожалуйста, меры. И вообще, что за инфантилизм? Мальчики, ваша самоидентификация целиком и полностью зависит от нас. Если вы не хотите жениться, это инфантилизм. Не хотите детей, это инфантилизм. Не хотите ответственность, тоже инфантилизм. Поэтому, пожалуйста, или, пожалуйста, в другой профсоюз записывайтесь. Мы не против. Как бы, в смысле, против, но что делать? Против. Даже мы против. Мусь, ты-то куда? Здесь мы решаем. В этом гастрономе я директор. Он одевается, как Дэнди. Ботинки Гуччи тренчат Фенди. Лениво цедит крепкий бренди. Шокируя моих подруг, я чувствую себя как Венди. А он как куколка на стенде. Сегодня Питер Пенни в тренде. Метросексисты выше класс. На все вопросы о ребенке он предлагает взять котенка, считает чистого воронку, а лучше кайду от картинки. Он говорит, какие дети, командировки, бизнес-кети. Зачем тебе фигуру портить? И вечно ж Лухари Виллаж, все Лухари Виллаж. Тридцать
унитаза, дыбы не склепного экстаза, вдруг рухнул духари вела. Все! Духари вела! Йоганна Себастьяна Баха. Спасибо. Браво! Евгений. Ну что, посылаем наши ресницы в Дагестан? Ну иди ко мне. По праву забираете. Все-таки я очень молчу. Material girl. Запрос на Мадонну. Сейчас встаем и не садимся. Да! Да? Да! Алкоголь у всех налит? Да! Мало, Мусь, надо было распределить, надо было с ближником поделиться. Я всем поделилась. Вот вся та территория вся моя уже, вся. Набухала вся? Моя вообще хорошая, моя сладенькая. Я тебе клянусь. Я обожаю этот движ на моем концерте. Когда люди сродняются. Вы по телефонами меняетесь друг с другом? Инстаграмами. Как вы делитесь с чуваками, что вы делаете? Вы для этого сделаете. Девочка, продай платье. Нет, это платье не продается, это платье дарится. Подари. Тебе чип надо набрать. Неправда! Неправда! Маня, шестерочку набери, забираешь оранжевую. Четверочка, четверочка хорошая, четкая. Договорились. Огонь! Но,
И сейчас вместе поем. Раз, два, три, четыре. На-на-на-на-на. Мне вот очень интересно, вот жених кто? Моряк дома не спит. Моряк хороший, спешки бряк. Я даже не рискнула в этих пластмассах выйти замуж, но ты отчаянная Маруся. Нет, я из Архангельска приехала в Архангельск ради тебя. Хороший парень. Архангельск. Врешь. Нет. Вот и жених. Она урыла, муж. Она урыла, закопала. Sorry.
Вы живы? Да! А вот когда к тебе подруга беременная приходит, это вообще как бы это холод. Это же просто... И маленький соцопрос. Друзья мои, теперь внимание, это очень серьезная вещь. Для осетинского мальчика. Алан или Адам? Алан. 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 Алан или Адам? Давайте голосуем. Как для грузинского мальчика Георгий, правда? Решено. Решено, это дагестанцы говорят. Нет, не говорят. Алла! Слушай, какие они буйки, эти дагестанские женщины. Дорогие мои друзья, 4 декабря мы с вами увидимся в теплом помещении. И нас будет типа не 400-500, а... Андрей! Много? Да. А вы очень серьезно. С расширенной программой, новинками, моментами, нюансами. Скажите, пожалуйста, можно поднять руку, кто сегодня в первый раз на нашем концерте? Вы серьезно? К нам пожаловали марсиане! Первый, но не последний, я надеюсь. Друзья мои, если вам понравилось, то 4 декабря мы вас ждем с друзьями. Если вам не понравилось, мы вас ждем с врагами. В любом случае ждем. Хорошо. Дорогие друзья! Ну так, на минуту еще полтора часа уже пробежали, просто так незаметно. На холоде. До вас с удовольствием сегодня делали музыку. Саксофонист Макс Варшавский! Мой обожаемый, просто первая ракетка мира. Ирланд Дороз и Уимблдон по бас-гитаре. Я в US Open, Австралия, он все выиграл. Номер один бас-гитарист Антон Ревню!
что ты сейчас похож на девушку с татуировкой дракона. Чуть-чуть это будет Бруно Марс, еще правильно. И вообще ты все время на грани гениальности, понимаешь, мама? Поэтому я тебя прошу. Просто грандиозный гитарист нашей вселенной. Фантастический музыкант. Александр Бабин! Подходит к концу. Поэтому я хочу, чтобы вы каждого музыканта, потому что здесь грандиозные музыканты на сцене, просто обласкали своими аплодисментами, потому что это единственное, что вы нам можете дать. Барабанщик, наша малютка, Александр Ахмад! Боже, мне когда-то было 6 лет. Да, имеет 20. Конечно. Боже, как хотелось. Нам было 64 раз, больше 15. Мне было 6 лет, и я пошла в легендарный ансамбль «Мзюри». Я думаю, что люди моего поколения помнят, что это такое, а те, кто не помнит, рассказываю. В Советском Союзе, в 70-х годах, в Грузии, конечно же, была основана первая в мире вокально-инструментальная детская группа, детский ансамбль в мире, не локально в Советском Союзе, просто не было прецедента, когда дети сами себя аккомпанируют и поют в многоголосии. В Тбилиси мы это сделали. Стали лауреатами Ленинского комсомола, это была вторая премия по категории после Ленинской, и у нас была VIP-ложа в Кремле на новогодних праздниках, и мы были такие прям VIP, лухари, просто мажор, дети. Я была просто в класс заходила вот так. Кому в смысле? Жизнь, конечно, рогатым не пообломала. Но этот период я прошла. Но с другой стороны, я смотрю иногда на наших звезд, которым уже под 60. И они все еще как бы в этом состоянии думают. Камон, что вы делали в 6 лет? Первой сольную композицию, которую я исполнила в рамках
этой группы называлась... Лишь улыбка эта была корабля. Капитан, подчинитесь. Кто-то смелый покорает самокаса. Никто, никто ему покажет спину. Спасибо большое, нам очень понравилось. Мы в восхищении. Спасибо, мой друг, я очень благодарна. Бегите быстрее! Бегите быстрее! Ребят, ребят, не сейчас. Извините, не сейчас. Холодно, холодно, холодно. И ключовый хутов. А и ключовый хутов. Можно? Налево. Налево. А здесь можно, да? Опа. А мы здесь Теона встретим. О, ребята, это жесть, это холодно. Теона просто героиня. Здесь было гораздо быстрее. Здесь было гораздо быстрее? Да. А здесь было гораздо исследование. Здесь грузинская девочка. Дошлялась. Да, да, мама. Иди, мадло, бог, заленди, да. Сосиаму нуарис. Сам шурим, аста. И сам я мам эви. И сам я мам эви ровит. Мадло, вообще гидрится. Хали гулит гидрится. Шейла бертис. Кирацковна, кирацковна. Аргава кетерди, я сетрам и сумрал. Пицца расширена, мне надо работать. Кинец, я вообще не знаю. Спасибо. Ты можешь восхититься. Хорошо, да, бы как-то душевно было. Просто, смотри. Просто весь этот... Ну, в общем, в такую погоду собирается удар, в таком вообще. Еще время. Ты хочешь мне сказать, что это было 325 человек, как специально? Я думаю, что больше. Ну, может быть, чуть-чуть было. 400, да, 400. Слушай, когда я зашла, у меня ощущение было, что я кончила. Просто это такой был, это такая разрез. Слушай, ну я тебе предлагаю продумать все-таки на такие вещи, костюмы какие-то, концертные, прям противотепнённые. А я же не могу, когда мне жарко. Тебе не будет жарко, тебе просто не будет холодно. Это кто? Это Авролита моя? Она так ломила эту сцену, моя девочка, моя. Oh!